Всем киберспортивный привет! В эфире передача FIFA прогноз и ее ведущий я, Игорь Белоногов, и Роман Полинсков. Рома, привет! Здорово, Игорь! Ну что ж, друзья, продолжается у нас прогнозирование матчей всех великих и могучих лиг, которые только можно представить. На самом деле, вот вы мало чего знаете, но прошлый матч, который был у нас, получается, это Милан-Наполи, да. Мы на самом деле его выиграли, просто тот матч, который мы сначала записывали, он у нас не записался, поэтому у нас получилась ничейка. Да, просим поверить нам на слово, мы все-таки никогда не ошибаемся, самые точные прогнозы, естественно, у нас. Сегодня какой матч? Сегодня у нас вновь чемпионат Италии, встреча между Наполи и Ромой. Примечателен этот матч тем, ну, это один из главных матчей уикенда, да, ну и также печальный подтекст есть у этого матча, а именно смерть легендарного Диего Армандо Марадоны. Который очень долгое время играл за Наполи, так что будет интересно посмотреть, как все-таки команда, где раньше играла эта рука бога, вот это играла, как покажет себя в девятом туре итальянского чемпионата. Так что в память о Диего Армандо Марадоне мы и делаем этот, собственно говоря, выпуск. А что по букмекерам? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Что нам говорят букмекеры? 1x ставка говорит то, что Наполи все-таки лидер в этом матче. 2.19. На Рому дают 3.32. На ничью 3.70. Да, вот винлайн 2.14 на Наполи и 3.15 на Рому. Ничья тоже 3.70, да. На победу самый маленький коэффициент это у Фонбета. Они тоже ставят на Наполи. Да, 2.10 тут. Ну. И 3.30 на Рому. Ничья, причем у всех одинаковые. Да. Как думаешь, с чем связаны такие коэффициенты? Как бы мы с тобой смотрели то, что у нас Наполи, они сейчас на шестом месте идут. На шестом, Рома на третьем. Вот. Но Наполи считается фаворитом. Интересно, на самом деле, почему так считают. Ну, возможен, конечно, такой эмоциональный фон, что Наполи захотят, так сказать, выиграть первый матч. Почтить память, да? Да, да, да. А, стадион же переименовывают вроде, да? Да, ну вроде переименовывают. Если они это прям сделают к игре, ну вряд ли, конечно, это было бы прям очень красиво, чтобы, да, в честь Диего Армандо переименован был стадион. В целом он, по-моему, на нем и играл, когда выступал за Наполи. Это же какой-то очень старый стадион. Ну да, ну, по-моему, вот, так и есть. Так что... Ну что ж, Наполи-Рома, девятый тур серии А, но надо решить еще одну проблему. Кто за кого будет играть? Я предлагаю решить это по-мужски. Так. На ЦУЕФА. О, давай. Глаза смотреть. Раз, два, три. Раз, два, три. А кто на что встает? Или типа кто выиграл, ну, кто выиграет? Выиграл, выиграл. Ладно, я играю за... Сам за себя, я играю за Рому. Опа. Поехали, Милан-Рома, девятый тур итальянской серии А. Ну вот, пожалуйста, перформанс Диего Марадоны сразу поменяли. Пока что стадион Олимпик. Ну и мяч как раз из той же эпохи. Ну что ж, ты опять играешь за Наполи, я играю за Рому. Не обращайте внимания на форму футбольного клуба Ромы, потому что он здесь не лицензирован в этой серии культовых футбольных симуляторов FIFA, которые из года в год меняются прям кардинально. Вот теперь Рома, они, так сказать, братишки с Ювентусом, точнее, с Пьемонте Кальчо. Ой-ой-ой, первый момент. Причем Пьемонте Кальчо-то переименовали, а вот Рому не переименовали. Вау, так, сразу второй момент. Чего? Ну, собственно, что переименовали-то? Рим. Имя, да? Ну. Ну-ка. Не удалось. Так, сразу перехват. Наполи. И вот сюда. И нет, забрали. Так, еще один. Может быть, отсюда. Так, тоже плохо. Так, ну вроде моментами более-менее обменялись. У тебя, конечно, поопаснее были. Так. Ой-ой-ой. Так, это Дрис Мертенс, да? Да. Открывает счет. Ой, нам еще сейчас, по-моему, повтор красивый покажет. Ну и давайте еще сзади. Нет, не стал.
Вот, в общем, 1-0. Красивый гол. Ну-ка! Ох, мощнейший удар от Джека. Ой-ой-ой, я... Джека, отлично! А может быть... Ай-яй-яй, зачем далеко отпустил? Вместе о спина. Да. И побежал. Смолинг, ну ты же не за покупками бегаешь, а? Плохо было, потому что... А, пенальти? Что? За что? Объясни, пожалуйста. Оно вот так вот бывает. Этот у тебя этот заклинание, что ли? Ну, давай, давай. Ладно, понял. Забираю. И не в ту сторону бегу. Опа! Так, ну что ж, 1-0. После первого тайма. Незабитый пенальти. Интересная игра пока получается. Хоть да. Один гол. Но по ударам я тебя перестрелял, по владению вообще проигрываю. 65 на 35. Интересно. Наполи на багаже. Сари играют. Ну да. Не, пока интересно, пока мне очень нравится. Если реально будет такой. Будем посмотреть. Пока что счет максимально реален. 1-0. Что покажет второй тайм? Поехали смотреть. Так. Я взял себе мячик. Отдай. Хватит играть, отдай мяч. Ты не один тут. Извини, пожалуйста. Вот Смолинг на месте. Так, вот там вижу зону. Да, вот, собственно. О, самый лучший из армян. Это Никита Симонян. Правильно же, да? Да. Легенда советского футбола. Который, по-моему, брал первое евро, да? 60-го года. Ну, кажется, да, ему уже сколько? Ну, там под 100 лет уже. 90 где-то уж. Ну, вообще, точно, да. Это легенде есть. Так. Так. Даже офсайда не было. Бешеная. И 2-0. Нет, подожди, офсайд. Офсайд? Да. Хорош. Лучший. Ой. Опять. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да что ж. Отлично. Блин, спасать надо положение так-то. Счет 1-0. Да, 20 минут остается. Ну. Так. Выноси. Ну, камон, ребята, собрались. Смолинг, красава, пропустил. Я понял, Асимхен, спасибо. Хороший нападающий. Всем советую. И офсайды интересны. Правила не шарит абсолютно. Вот так. Выбали. Так, а можно? Да, можно свистнуть. Да, все. 1-0. Вот так. Я не ожидал, что прям такой минимальный счет у нас будет. Ну да, при том, что моментов было вообще полно. Что по ударам стоит... ровно, по ударам створ ровно, процент. По владению мячу я, пожалуй, промолчу. Ого, видал рифма, да? Да, по отборам у нас побольше. Ну, в принципе, вот так смотришь, абсолютно равный матч получается. Кроме владения мяча, просто абсолютно равнейший матч. Ну вот смотри, здесь владение вообще ничего не решало, у тебя моментов тоже было, ну... Ну, точно, тебя. Точно так же. Ну, да, да. По сути. Только единственное, что у тебя получилось забить один гол. Да, и Мертенс все. Положил конфетку. Ну что, друзья, вот завершился у нас матч. И наш прогноз на воскресную игру Наполи-Рома. Счет 1-0 в пользу Наполи. Видимо, ну, эмоциональный заряд, желание отдать дань уважения великому аргентинскому футболисту вот, сыграл, и неаполитанцы победу забирают. Да, так что будем посмотреть, верить ли этому прогнозу или нет. Конечно же, решение остается за вами, но мы даем именно такой прогноз, то, что Наполи сыграет с Ромой дома со счетом 1-0. Игорь Белоногов, Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Всем большое спасибо за просмотр и спасибо Диего Марадоне за то, что он был таким великим футболистом. Еще увидимся, до скорых встреч. Пока.